Головной мозг расположен в черепе и является центром нервной системы. Он состоит из самого головного мозга, мозжечка и мозгового ствола. Мозговой ствол напрямую связан со спинным мозгом и обеспечивает связь головного мозга со всем телом. Головной мозг – это мягкая масса, которая составляет 90% всей массы мозга. Он делится на два полушария, которые, в свою очередь, делятся на доли. Каждой доле отведены определенные функции. Лобная доля отвечает за мышление, речь, произвольные движения и эмоции. Теменная доля отвечает за осязание. Затылочная доля обрабатывает зрительные образы, а височная доля контролирует функции слуха и памяти. Головной мозг человека – это невероятно сложный орган. И хотя головной мозг – это однородная масса, фактически он состоит из двух видов вещества. Белого вещества, сформированного нервными волокнами, которые отвечают за передачу данных, и серого вещества, сформированного клеточными телами нейронов, которые выполняют определенные функции. Скрытый глубоко внутри головного мозга гипоталамус контролирует наиболее жизненно важные функции, в том числе аппетит и температуру тела. Над ним расположен таламус, который является связующим звеном между органами чувств и различными областями головного мозга. Кора головного мозга, которая расположена в верхней части головного мозга, обрабатывает сенсорные импульсы и отдает телу команду на выполнение произвольных движений. Кора головного мозга также отвечает за интеллектуальные функции, в том числе за речь. Благодаря усовершенствованным медицинским технологиям, функции главных областей головного мозга на данный момент хорошо изучены. Но роль многих областей пока остается загадкой.